На нашем турнире участвует 72 команд. Наши партнеры рядышком, у них 64 команды. Для Евпатории, я считаю, 140 команд – это хороший показатель. Это наверняка рекорд, раньше такого не было. Я думаю, да. Видим, что вокруг еще дальше идет какое-то строительство, то есть это только начало развития. Да, впереди. На большие 4 года у нас большие планы. Есть спортивный ФОК, есть еще два поля, есть гостиница семиэтажная. Поэтому постараемся сделать в Евпатории небольшую мекку футбольную. Турниры будут только детские или вскоре мы увидим тут и взрослые турниры? Я думаю, на следующий год мы уже попробуем провести Кубок ФНЛ. Многие команды вместо Турции в этом году уже приезжали в Крым. Да, это хорошая альтернатива, хорошая подспорье Турции. По некоторым показателям мы даже опережаем наших собратьев. Ну, турнир этот заканчивается. Уже есть планы на следующий или пока еще вперед не заглядывали? Конец октября, начало ноября однозначно будет в каникулярное время такой же турнир. Количество команд, я думаю, с нашим еще одним полем увеличится, команд на 10-15. Ну и летом хотим провести с маленькие возраста небольшой турнирчик. Успехи налицо, но очевидно какие-то недостатки вы выявили. Что будете в первую очередь устранять? Ну, у нас задача поднять футбол в городе Евпатории и в Крыму в частности. Сегодняшние финалы Севастополь-Кубань, ТСК, Евпатория есть первое место. То есть прогресс налицо, мы недавно открылись, но уже есть какой-то прогресс. Судейство, где судьи набирали на такое большое количество матчей? Судьи – это Крымская область, все крымчане. Все крымчане. Да. Ну, а по командам, то есть насколько широка, скажем так, география? Ну, «Зенит» у нас как бы от Питера до Красноярска, а также есть одна команда из Казахстана, есть команда из Луганска. Ну, довольно-таки большой масштаб. Алексей Викторович, ну проиграть в финале, наверное, обидно, но все-таки второе место достаточно высокое. Не, место высокое. Мы задачу минимум выполнили, то, что мы попали в финал. А проиграть в финале по пенальти, ну это натуральный финал, когда есть нервы, когда люди не справились со своим волнением, когда пробить пенальти. Самое главное, то, что ребята, 14 человек, которые приехали, они провели турнир. После первого поражения они собрались, поговорили между собой, у нас собрание было. Потом мы сыграли в ничью, и команды ФШМ, Краснодар, обыграли Таврию 3-1 и попали в финал. И в финале не проиграли. И в финале мы не проиграли, да, мы проиграли по пенальти. Второй тайм немножко Краснодар придавил нашу команду. Это была установка или все-таки ребятам немножко физики не хватило? Ну вот я же уже сказал, у нас 14 человек приехало на игру, на турнир. И у нас первая игра мы играем в дождь на натуральном поле, вторую игру мы играем на искусственном поле, третью игру опять играем в дождь на натуральном поле. И практически у нас одна замена. У нас если 10 человек, 9 человек не менялись, проиграли 4 дня, они играют каждый день. Поэтому
они не роботы, есть усталость накапливается. Но игровая дисциплина показала о том, что ребята думают, ответственно подошли к игре. Ну и финал опять на искусственном поле пришлось. Финал на искусственном поле. Это хуже, может, поле поровнее все-таки, или лучше все-таки пусть на Качкаре, но на натуральном? Нет, ну, трудно сказать. Есть качество поля, вот здесь хорошее искусственное поле. Просто что тут ветер получался, что конкретно после первого тайма мы повели, мы по ветру играли, а второй тайм против ветра, поэтому оно и складывалось впечатление, что мы под давлением находимся. Но по ударам по воротам, если вот мы смотрим игру, то количество ударов по воротам, что с их нет, что с нашей одинаково. Преимущество есть только тогда, когда люди атакуют ворота, а не когда они контролируют мяч на своей половине поля. Уровень самого турнира достаточно высок. Много вы для себя вынесли из этого турнира? Да. Вот, во-первых, радуется, что в Крыму появляются вот такие базы. Приезжают команды ФШМ, Москва, там, Кубань, Краснодар. И такие, у которых можно учиться. Видно, делятся люди опытом. Они делятся своей информацией, на которых они полях тренируются. Какие у них есть заготовки. То есть мы как тренера тут тоже черпаем. И ребята тоже получают. Так они, если даже они варятся в своем чемпионате первенства города, или друг друга знают. Тут совсем другой соперник. Уже это как считается не международный турнир, потому что мы в России. Но команда бежит квалифицированного класса. И наша команда в этой группе второе место. Вот мы боролись за первое и второе место. Мы не хуже этих команд. У нас очень хорошая потенциальная молодежь. Больше мы уделим времени, дадим им условия для работы. И я думаю, что севастопольский футбол и вообще крымский футбол, он богат талантами. И будут у нас хорошие ребята, которые будут играть и на чемпионат России, и на чемпионат Крыма. Анатолий Александрович, второе место – это обидно или это все-таки достижение? Ну, там получается, по разнице мячей мы третье заняли. Ну, это ничего страшного на самом деле, ничего страшного. Получается, сыграли просто чуть-чуть, в конце нам силенок не хватило. У нас это тут команды приехали по 25-27 человек, у нас практически 18 играло. И очень тяжелый турнир, что 6 игр подряд. Ну, в принципе, я ребятами доволен, как бы молодцы. А сам уровень турнира оцените? Ну, хороший уровень, конечно, этот Кубань, Локомотив, Красноярск, очень хорошие команды. Там в группе чуть послабее были, вот в финальной пульке уже были такие серьезные игры, и как бы очень такой высокий уровень, в Крыму такого не было никогда. Ну, скажем так, и наша команда не посла задних, очень достойно выглядела. Да, очень достойно, да, вот посмотреть по играм, там, допустим, Красноярску, если мы не по делу проиграли, с Кубанью очень хорошо выиграли у Кубани. Как бы, хороший уровень, достаточно высокий у наших игроков, будем стараться его поддерживать. Что вы, как тренер, лично для себя вынесли из этого турнира? Что надо нам очень много работать на очень хороших полях. И нам как бы надо усиливаться, в каком плане, не приезжих тащить, а искать какие-то внутренние резервы. Вы играли и на искусственных полях, и на натуральном покрытии, или все время на натуральных? Не, все время на натуральных, и это очень большой плюс. А качество полей? Качество полей первые 3 дня, пока не было дождя, было хорошее качество полей. Потом 2 дня были такие лужи. И вот сегодня они так чуть-чуть уже подубитые. Я на мысли себя поймал вот 2 дня назад, что моя команда, допустим, никогда на траве не играла в дождь. Тоже это опыт, это построение игры, это то, что надо. Александр Иванович, оцените вот
турнир такого уровня в Крыму случались у нас раньше? Знаете, я думаю, что именно вот уровню по организации, имеется в виду по состоянию футбольных полей, я думаю, что никогда не было. Раньше в Севастополе собиралось и более команд, чем здесь. В общей сложности было порядка 120 команд. У нас это 140-150 собиралось. Но, видите, здесь прекрасные поля, новая база. Причем две базы рядом расположены. Вот надо стремиться, чтобы у нас в Севастополе такое было. Поэтому огромное спасибо организаторам, что и нас пригласили. И действительно интересный очень турнир получился. Достаточно широкое представительство команд, но и севастопольские команды на их фоне совершенно не потерялись. Бились до последнего за победу два возраста. Да, ну вот проиграли Локомотиву и Кубани. Обидно, Кубани по пенальти. Но это футбол, побеждает сильнейший, в принципе. Но у нас есть куда идти, расти. Ну, первое, я говорю еще раз, это очередной раз показало все, что нам в Севастополе нужны футбольные поля. Как решать эту проблему? Ну, нам на этот год, в принципе, Министерство спорта выделило два футбольных поля через спорткомитеты. Надо вот их делать. Это уже будет огромный шаг вперед. То есть об этом все севастопольские, не только мальчишки, но и взрослые футболисты мечтают. Наши детские команды и в российские, другие города теперь выезжают на турниры, принимают участие. И там успешно выступают. Знаете, хотелось бы, конечно, опять же, во главу угла, в принципе, стоят финансы. И, к сожалению, очень часто нас приглашают куда-то ехать, и не только детские команды, и команды ветераны, команды администрации, команды руководителей просто города. Но, к сожалению, на эти темы еще пока не решены вопросы финансирования, и, конечно, проблемы есть. Но я думаю, на следующий год, когда это все будет уже отработано, бюджет забито, будет еще интереснее. А вопросы селекции? Все-таки лучше своих воспитанников растить или, может быть, уже по другим регионам подбирать тоже? Ну, вы знаете, политика наша, что в первую очередь, конечно, вообще, я считаю, в спорте должны свои защищать цвета своих городов. Тогда это будет спорт более такой, как сказать, не то, что сказать интересный, но, наверное, более патриотичный, да, такой, когда... Мне, во-первых, хотелось сегодня поблагодарить вот организаторов, что когда наши команды выходили, включали специально гимн Севастополя. И наши мальчишки стояли, вот это гимн, так и взрослые команды. Это патриотизм, это то, что на сегодня нам нужно. Ну, это сразу, наверное, добавляет уверенности нашим футболистам по сравнению с другими командами, у которых нет такого гимна. Да, нам добавляет уверенности, ответственности. Вы знаете, я обратил внимание, что команда Кубани, они стали в кружок, как все перед игрой. Тут начали там один за всех, там стоят, а сами головы все повернули, смотришь, как это наши стоят, смотрят на трибуны, как поют. Для них это было новое.